Вы решили вас навестить. Анна Яковлевна, мы решили вам подбодрить немного настроение. Поднять настроение. Анна Яковлевна, несмотря на то, что неважно себя чувствует, с радостью и распростертыми объятиями встречает и принимает поздравления от представителей управления образования. Более 40 лет жизни она посвятила себя своим ученикам. Уже в молодости ей приходилось не только учить детей математике, но и оказывать влияние на их поведение. А это было непросто, вспоминает Анна Лизунова. Хулиганистый был один. Но потом он исправился. В общем, да, я была молодая, ничего мне было, 18 лет. И отправляли нас уже. Ну, а потом все пошло, дело хорошо. А сегодня ее по праву можно назвать легендарным педагогом. Как говорят, учитель от Бога. Сегодня мы побывали у одного из легендарных педагогов нашей системы управления образованием. Это Лизунова Анна Яковлевна. Она более 40 лет проработала в школе номер 12. С душевным теплом и уважением к каждому ветерану педагогического труда. Такой девиз акции, которая проводится в Муроме. На этой неделе мы завершаем акцию, которая приурочена Дню Учителя. И мы поздравили всех наших ветеранов педагогического труда. Акция называется «С добром и уважением к учителю-ветерану». И вместе с поздравлением наши молодые педагоги, наши школьники, наши учителя школ заполняли вместе с ветеранами опросник, который позволит нам помочь им в решении различных вопросов. Это может быть юридическая помощь, это может быть медицинское сопровождение, это может быть какая-то физическая помощь. Мы все эти анкеты уже по школам собрали, и в течение октября постараемся и надеемся, что все эти вопросы мы отработаем. Всего в нашем городе более 400 ветеранов-педагогов, и каждый из них в эти дни встречал гостей. Никто не остался без внимания. Екатерина Задовская, Александр Симонов, Новости 24, Муром.